вообще в мире, но у нас получилось. Получилось реализовать все те мероприятия, которые мы сами себе сказали, что они важны нам, нашим детям и, конечно, тем, ради которых мы это все сделали. Сегодня наша молодежь должна знать героев в лицо, знать об их подвигах, понимать и учиться. Но просто книжками, просто газетными статьями сегодня неправильно будет говорить об этих подвигах. И то, что создаются передвижные музеи, то, что запускаются онлайн-акции, это говорит о том, что мы на правильном пути. И наша молодежь будет включаться в эти акции и действительно знать героев в лицо. С праздником! С праздником Победы! Никто не забыт, ничто не забыто. Самое главное, что мы помним, ради кого и для чего мы живем на этой земле. С победой! С великой победой!